чего встал? Я тут живу. Не принято обсуждать, чья вина в том, что парень не удается завести детей. Но, как я понимаю, это у Яны проблемы. 8 часов фототерапии. Выйди на улицу, там настоящее солнце. Пока. Пока. До воскресенья. Эти сумки для гольфа весьма нелепое прикрытие. Ты что, курил? Нет. Здравствуйте, вот и они. Добро пожаловать в Бауна. Прибалтийское подполье, клуб развлечений для взрослых. Комната для секса внизу. Возьмите халаты в гардеробе, а заодно оставьте там свою застенчивость. За встречу. За встречу. За встречу. Ты из Копенгагена? Угу. Ясно, я тоже оттуда. Откуда? Из пригорода. Да, но откуда? Мы соседи. Даже не верится, что когда-то мы были молодые и стройные. Я-то да. А ты всегда был чуть дрябловат. Неужели тебе никогда не хотелось чего-нибудь другого? Ты мне изменил, Адам. В свингер-клубе. Любовь — это спасательный жилет. А не смирительная рубашка. Только проблема в том, что и другое слишком тесное. Мы сами создаем свое счастье, Адам. Счастье ведь не валяется на дороге. И хочется, и колется. «Свингер» скоро в кино.